Динамичный, молниеносный, непредсказуемый. Таким без преувеличения ожидают увидеть ответный товарищеский матч легенд хоккея и сборной Северного флота подмосковные болельщики. Предстоящую игру на ледовой арене Мытищи хоккеисты посвятили Дню защитника Отечества. Самые главные эмоции. Очень любим спорт. Думаю, что игра будет замечательная сегодня. Просто прекрасный стадион, все очень нравится. Мы впервые видим столько генералов, звезд, то есть это высокий уровень. На трибунах военнослужащие из войсковых частей, учебных центров Минобороны, те, кто охранял и продолжает защищать тылы и границы нашего государства. Мы впервые проводим праздничное мероприятие ко дню защитника Отечества в таком формате. Это одновременно и концерты, и товарищеская игра. Надеюсь, что подобные события, которые объединяют разные регионы, разные поколения людей гражданских и военных специальностей, станут доброй традицией. Вместо предматчевого разогрева эстрадное шоу с Алексеем Гоманом, Олегом Газмановым, Денисом Майдановым. На символичном вбрасывании шайбы Андрей Воробьев и тренер легенд, чемпион эпохи, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев. С первых минут игра задалась динамично. Уже на второй североморцы многократные чемпионы Мурманской области забивают первую шайбу. После трех пропущенных очков хозяева взяли волю в кулак и к концу первого периода вышли вперед. Атмосфера очень праздничная. Всех с праздником хочу поздравить с наступающим 23-м. И я думаю, что все довольны и, главное, без травм. Североморцы играют с легендами в четвертый раз. Две завершились в пользу москвичей. Последняя, состоявшаяся в Североморске, ничьей. Нынешний матч-реванш показал нешуточное противостояние. Моряки не думали сдаваться спортивным звездам. Заканчиваются последние секунды второго тайма встречи между легендами хоккея и моряками Северного флота. Мы слышим поддержку болельщиков. На этом стадионе собралось около 7 тысяч болельщиков. Во втором отрезке игры легенды управляли ситуацией, показывая превосходство. Моряки выносили одну за другой попытки, делая это по-мужски красиво. Посмотреть на профессионалов приехала команда хоккеистов Щелковской детской юношеской спортшколы. Ребятам едва исполнилось 8 лет, но желание научиться побеждать им уже давно не дает покоя. Щелково играю, вот с ними занимаюсь. Ну как, есть успехи? Да, есть. Голов много забиваю. Заключительный третий период завершился. Результат объявляет комментатор Олег Жолобов. Легенды хоккея выиграли со счетом 12-6. Для нас было сюрпризом уровень игры этой команды. Да, она может быть моложе, но самое главное то, что, в общем-то, они показали хорошее мастерство. Высокие скорости, исполнение хорошее. Практически вот первые три гола это было для нас откровением. Три броска, три гола. И, честно говоря, мы немножко растерялись. Действительно, хорошая боевая игра получилась. При любом раскладе встреча в Мытищах стала подарком болельщикам ко Дню защитника Отечества. Пусть на этот раз реванш североморцев не состоялся, нам стоит рассчитывать на продолжение противостояния. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».